Президент Азербайджана Ильхам Алиев занял уверенную позицию в вопросе открытия Зангезурского коридора, отправив армянской стороне конкретный месседж. Об этом Вести заявил эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай Фархад Мамедов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря на встрече с общественностью в поселке Ганаккент Губинского района заявил, что если армянская сторона назовет дату открытия Зангезурского коридора, то никаких проблем не будет. При этом глава государства напомнил, что во время 44-дневной войны он неоднократно заявлял, что Азербайджан остановит военные действия, только после того, как руководство Армении назовет конкретные даты вывода оккупационных войск из азербайджанских территорий. Фархад Мамедов отметил, что президент Азербайджана занял спокойную и уверенную позицию в отношении вопроса открытия Зангезурского коридора, в отличие от истеричных выпадов премьер-министра Армении Никол Пашиняна. По его мнению, подобное поведение армянского премьера связано в первую очередь с исполнением взятых в рамках трехсторонних заявлений и обязательств, в том числе заявления, принятого по итогам встречи в Сочи, где напрямую указано о неукоснительном соблюдении прежних договоренностей. Политолог предположил, что Ереван в нынешней ситуации попросту срывает решение Москвы о создании межправительственной комиссии по демаркации и делимитации Азербайджана-армянской границы, имитируя обсуждение данного вопроса. Президент Азербайджана отправил армянской стороне месседж, что Баку ожидает конкретных шагов в самое ближайшее время, и что Баку в случае затягивания решения может пойти на односторонние шаги, пояснил Фархад Мамедов. Он не исключил, что Никол Пашинян может попытаться прибегнуть к помощи США, прося их о помощи во время виртуального саммита за демократию, организуемого Вашингтоном. Однако это будет последним шансом Армении.